Привет, друзья! В последнее время очень часто были морозы, порой даже за 30. А как знаете, в это время дрова идут ходом. Поэтому сейчас идем изготавливать дрова на следующий сезон. А почему именно зимой, скажу чуть попозже. В общем, погнали, друзья! Прошлой зимой мы тоже заготавливали дрова. Об этом есть видео на канале. Вот здесь сверху в подсказочках сейчас будет видео. Можете посмотреть попозже. Дело в том, что зимой сокодвижение у деревьев, у лиственных прекращается. И в данный момент они имеют самую сухую структуру древесины. Суши только будут колотые дрова, вылеженные несколько месяцев. Поэтому изготавливать дрова лучше всего зимой. Напиленные дрова в январе и феврале высохнут гораздо быстрее, и к следующему отопительному сезону эти дрова можно будет уже использовать. Если затянуть с заготовкой дров где-то до мая и дальше, до лета, вроде бы как они должны высохнуть летом, но на самом деле летней жары недостаточно будет, и они все равно не получат ту кондицию, при которой они получают лучшую сгораемость. Поэтому готовить лучше зимой, так они и пилятся лучше, и колются на морозе хорошо. Плюс вымерзают, и сока в них меньше. Погнали пилить дрова. Сначала сложим, наверное, штабель, а потом уже можно будет пилить на чурбаки и колоть. Пила холодная. Сейчас попробуем, как она на холодную идет. Ну вот, вроде бы неплохо. Ну вот, добрались почти от конца моего участка. Сейчас скорее буду вот сюда скидывать бревна, сучки. На краю участка у меня стоит вот такая вот ветла. Пока я здесь не жил, точнее до моей покупки, уже кто-то здесь ее поспиливал. Но за несколько лет выросли хорошие сучки, которые можно, в принципе, сейчас на дрова использовать. Большого вреда дерево это не принесет. Сучки потом снова отрастут. Даже больше. И с новой силой. Потом сейчас спиливаю. Возможно, еще вот эти пару березок спилю. Земли не лесного фонда. Земли сельских поселений, сады бывшие. Так сказать, паи. Поэтому здесь можно спиливать. Плюс еще до меня кто-то уже спиливал, там вон пеньки стоят. Недавно, при том, где-то, наверное, несколько лет назад. Чик.
минут 10-15 и дерево готово. Можно, в принципе, перевозить. Сейчас временно в кучку скидаю, и можно будет возить. Небольшая кучка есть, также кучка веток, которые нужно убрать. За собой нужно всегда прибегать, чтобы не валялось. А вдруг я здесь буду что-то делать, косить, например, траву или телят каких-нибудь выпасать. А потом здесь будут ветки, поэтому нужно их куда-нибудь занести подальше, туда, в овраг, там они быстро сгниют и будет польза для земли. Сейчас приступаю к этому дереву, немножко прорежу ему крону. Сучья достаточно хорошие, поэтому пойдут на дрова.
Маленько запыхался. Такая вот кучка здесь, и вот там сзади еще одна. Там еще есть пару бревешек. Сейчас я их расчленяю, все стаскаю в кучу и посмотрим, сколько дров удалось нам напилить примерно за час работы. Потом попью кофе, может, перекушу и посмотрим, что буду делать дальше. Возможно, буду перетаскивать, а может, продолжать напиливать. Спускается вот такой вот снежок, неплохой. Сегодня минус 3, хотя днями было и до 20 градусов и 30, а сейчас потеплело, решил вот поработать. На рыбалку в такую погоду не выберешься. Ветер, пурга, особенно на реке Волга, там прям протягивает хорошо. Ну, как-нибудь съездим на рыбалку, а сейчас пока занимаемся заготовкой дров. Нарезка, как кидать дровишки. Вот такая вот, друзья, кучка получилась у нас дров за это время. Где-то, наверное, часа два я пилил. Вот устал я конкретно. Такие вот чурбачки. Иногда отпилю большие. В принципе, куча приличная за первый раз. Думаю, я вернусь к этому делу чуть попозже. Возможно, в следующем ролике мы поедем с вами на рыбалку. Потому что завтра, послезавтра обещают где-то около минус 5. И погода такая. Снега не будет, ветра тоже будет минимально. Думаю, на окуня сходить порыбачить можно будет. Посмотрим, как будет. А пока я с вами не прощаюсь, заходите на другие мои видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите. В общем, увидимся в других видео.